Андрей Сараев. И текст к этой песне писал очень интересный человек по имени Андрей Насеткин, к сожалению, ныне покойный. Песня называется «Орел». Песня на самом деле о любви. Песня маленькая. Вообще я мастер малых форм. Потом объясню, почему. Моей души не понимая, опять ушла ты от меня. И пусть теперь с тобою спит собака злая, а не такой орел, как я. Это все? Все, пошло еще. Очень отлично. Это солнце зайдет еще не раз, и твой поезд уходит не завтра туда, где играет джаз. Наш самый веселый на этой планете ансамбль. Папа по прозвищу Запа заблудился в недрах земли. Он нарушил законы, слишком много скосил травы. Теперь ты живешь в его доме, похожем на маленький гроб. Тебя беспокоит кризис общения, видимо, ты мизантроп. Иногда ты пляшешь трис, иногда пьешь тазепам. Говорят, ты фаталист, алкоголик, наркоман. Никто не любит тебя, никто не любит тебя. Но ты не плачь, это солнце зайдет еще не раз. И твой поезд уходит не завтра туда, где играет джаз. Наш самый веселый на этой планете ансамбль. Как говорила Заратустра, символ жизни весы, то поцелуешь кого-то, то дашь кому-то. Однажды тебе станет лучше, боль пройдет навсегда. С утра выпадут зубы, днем совершится война. А когда наступит ночь, за окном грянет гром, и сам Господь в последний раз небесный скажет мегафон. Никто не любит тебя, никто не любит тебя. Но ты не плачь, это солнце зайдет еще не раз. И твой поезд уходит не завтра туда, где играет джаз. Наш самый веселый на этой планете ансамбль. Веселому ансамблю на барабанах играет Андрей Сараев. На бас-гитаре играет Сергей Третьяков. Клавиши, скрипка, вокал Вячеслав Бухаров. Гитара Дима Терентьев. И еще его сейчас не видно, но наш бессменный звукорежиссер Сергей Овсянников по прозвищу Ёжик. Не плачь, это солнце зайдет еще не раз. И твой поезд уходит не завтра туда, где играет джаз. Наш самый веселый на этой планете ансамбль.